надеялась, что тоже проснешься тем. Я сегодня просыпалась, у меня ну, эти дни начинаются, у нее болел живот дико сильно, она там горячую воду налила в бутылочку, себе животик грела, чтобы у нее отпустило, меньше болело. Вот пиздец. Ну, так вот, ну, просто вдумайтесь, насколько это тяжело быть девушкой. Вот подумайте, у вас каждый месяц эти дни, перед месячными, когда у вас болит живот, у вас начинается ПМС, у вас плохое настроение. Вы становитесь супер эмоциональны. Потом у вас болит живот, у вас месячный, у кого-то это длится неделю, даже 10 дней. Блять, это полмесяца, пиздец. А если ты живешь, я это у кого-то слышал, то ли в стендапе, то ли еще у кого-то. Ты прикинь, ты живешь еще вместе. Вот, например, ты живешь там, где мы, где погода постоянно хуевая. Я тебе закидывал трек в ТВ. Блять, ну ты прикиньте, как это тяжело ощущать. Как он тебе? Можешь что-то посоветовать? Девчонки, вы сильные. Молодцы. Ну, пацанам тоже, типа. Как сказать? Родился ни с чем, все, нахуй. Лех, ебешься всю жизнь, чтобы что-то добиться. Я начал шмотки рисовать. Можно ли будет тебе заслать? Фотки могу скинуть в инсте или на 4921. Спасибо тебе большое. Лёх, привет, рад, что тебя разбанили. Я начал шмотки рисовать. Можно ли тебя заслать? Нет, солнышко, к сожалению, нет. Спасибо тебе огромное. У меня нет потребности в этом. Я знаешь, что думаю? Надо узнать, что у Сани по поводу ящика с...